вітаю. Сьогодні до нашої студії завітав директор товариства УДЮ-2011 В'ячеслав Сільвестров. В'ячеславе Юрійовичу, доброго дня. З 21 жовтня у місті розпочато опалювальний сезон. Чи всі будинки, яким надаєте послуги, вже зараз з теплом? Чи готові до опалювального сезону повністю? Будь ласка. На нинішній момент підприємство к опалювальному сезону готово повністю. Ну, дома ще запущені не в повному об'ємі. Є аварійні участки роботи, які ведуться і по теплосеті, і по теплоцентральній, і по нашим. Є пориви, які устраняються в аварійному режимі. І, в принципі, ми готові к прийому теплоносителя. Йде зараз наладка систем центрального отопления. Конечно, большая просьба к жильцам отнестись к этому с пониманием, потому что и развоздушивание, и мелкие утечки есть, которые мы устраняем сразу же. Однако это плановые работы. Что да. Нового в работе предприятия? Какие-то нововведения, возможно, в этом году введено? Мы ведем работы, стараемся работать даже новым оборудованием и новыми материалами. Меняем запорную арматуру, трубопровод. Мы еще разрабатываем планы по энергосбережению. Это у нас эконом-лампочки LED, диодные лампы, которые по нашим расчетам, инженеры делали расчеты, они ставятся на места загального користування. Уменьшается нагрузка в 8 раз. То есть, ну, получается, экономия, помимо того, что финансов, и, соответственно, разгружаются сети. Это очень важно для нас, так как в этом году, как никогда, люди пользовались много обогревательными приборами, что давало негативный результат на внутренней сети. Электрооборудование. Это уже втілено в життя, такі проекти? Да, это проводится уже на некоторых домах, это уже сделано, помню, на микрорайоне Даманский. На многих домах с председателем домового комитета проведен разговор, показаны им расчеты, и сейчас мы ждем ответа, когда будут проводиться собрания с жильцами, и мы будем присутствовать, объяснять, уже рассказать всем жильцам именно по цифрам. Що вони з цього виграють. Ну, це таке позитивне нововведення, а все ж таки проблемні питання є? Які саме? Є. Проблема з дисципліною жильців. Немаловажну роль грає остеклення під'їздів. Я розумію, що у нас люди, деякі, відносяться бережливо к своїм домам, а некоторые немножко неадекватно. Разбивают окна, ломают двери. Это тоже потеря тепла, лишние затраты на жильцов. Они должны понимать, что они являются співвласниками багатоповерхового будинку. И все, что не делается на доме, дом – это одно целое. И должно все работы, которые выполняются на доме, оплачивать все жильцы дома. И каждый должен беречь свое имущество. Питання, що хвилює багатьох городян. Коли ваше підприємство почне процес омолодження дерев? Це зараз відбувається цей процес, чи вже… Сейчас ведется только аварийный спил деревьев, омоложение. А в основном, когда пойдет листва, конец ноября, начало декабря и по началу сокообмена. Мы хотим все-таки сохранить дерево, мы понижаем и вывозим ветки, листву. Окрім цього, які ще роботи плануються надалі, ось найближчим часом? Ми і далі продовжуємо ремонт кровлі, ремонт швов, заміна трубопроводів, запорної арматури, ремонти під'їздів, козирьков, остеклення, установку дверей. И сейчас уже похолодало, ремонт цоколей только в теплый период времени будет производиться. Про графіки, будь ласка, якщо які будинки першочергово обслуговуєте, які роботи там проводите?
Що потрібно для того, щоб провести роботи на будинку? Перше всього у нас була підготовка жилля к зимі. Це промивка систем центрального отоплення. Це немаловажна роль, тому що готується паспорт дома к запуску тепла, підписує Дніпропетровський. Ми отримали повністю паспорта готовності домів і готові к прийому теплоносителей. Даже до сих пор продовжується. Це кровля, це шви, це остекління. То есть мы полностью готовим дом к зиме. Зима, по прогнозам, обещает быть не холодной, но тем не менее снежной. У нас всегда бывают большие морозы, потому и надо полностью закрыть все участки, все узкие места. Як готові вже до зими? Крім опалення, яке вже пустили, да, до системи, що закуплено, які матеріали? На 95% ми готові. Закуплено 470 тонн отсева на все участки. Мы рассчитали наши объемы по придомовой территории, по посыпочному материалу, закупили 470 тонн. И про планы на майбутнє. Чи плануєте продовжити втілювати в життя соціальні проекти, які були так добре втілені влітку цього року? Що саме плануєте зробити, які плани? Да, конечно, планируем. Хотелось бы сделать больше, но мы сами даже не ожидали такого потока заявлений по поводу площадок, песочниц, завоза песка. Мы это все возобновим весной по теплее, потому что нету смысла на зиму завозить песок, детей не играться. Но мы уже готовимся, у нас есть даже проект по спортивным площадкам, турники, брусья, шведские стенки. И дальше же будем работать по детским площадкам. Особенно заборы, песочницы, песок и качели. По высадке деревьев тоже хотелось бы немножко привлечь жильцов к самоорганизации. Потому что сделано своими руками всегда больше ценится. Як відбувається ця процедура? Що потрібно городянам для того, щоб взяти участь у соціальних проєктах? Люди приходять, дають заявки, колективне письмо, желательно колективно підійти к этому. Особенно активні молоді мами, які гуляють зі своїми дітьми, і які хочуть би, щоб дитина розвивався. Що саме пропонуєте? Пропонуем качели, качели-балансир с горками у нас в плане разработки, турники, брусья, шведские стенки и заборы, песочницы и песок. Это реально, да? Да, это реально и это бесплатно. Еще раз озвучите, можливо, телефоны, за якими звертатися, адресу нагадайте. Центральный телефон приемной. 95-63-43. Все заявки по этим соцпроектам принимаются по этому телефону. И тогда уже на прием к директору приходят жильцы, и мы уже конкретно оговариваем. Я сам выезжаю на место, люди показывают, что они хотят сделать, что они могут сделать, и мы предлагаем им. Некоторые жильцы очень активно подходят, они, скажем так, сами начинают, делают субботники, расчищают места, показывают. Это да. Это, активно это, беруть участь? Да, очень активно. И тем более у нас прошел конкурс «Лучший управдом» в этом году. У нас третье место занял микрорайон Ингулец. Второе разделили на два дома по Терновскому району. И первое место занял микрорайон Заречный. Надалі продовжують. Да, продовжується така. Ми хочемо ще привлечь остальних управителей і зробити общегородський конкурс. Це було б цікаво для всіх жителів, щоб вже самі домівні комітети поняли, що вони не самі, вони вплотную працюють з управляючою компанією. В'ячеслав Юрійович, у вас є можливість звернутися до ваших споживачів. Що б хотілося сказати? Хотілося звернути увагу на платіжну дисципліну жителей нашего города, так как не только наша компания недополучает
фінансову прибыль, но и остальные коммунальные предприятия. Это напрямую зависит и выполнение работ, и объемы работ, и материалы, закупка материалов. Хотелось бы напомнить, что жители города платят за оказанные услуги. Если они получили тепло, то его надо оплатить. Вода так же самое, электроэнергия, газ, лифт, услуги управляющих компаний. Люди выполнили работу и хотели бы получить полный расчет, но есть недисциплинированные жители нашего города, которые не оплачивают по тем или иным причинам. Мы относимся с пониманием о малоимущих, неблагоприятные семьи, но есть и люди, которые принципиально не хотят платить. С ними, конечно, ведется беседы, работа. Как это получается, ну, это уже другой вопрос. Хотелось бы еще сказать, что отнеситесь с пониманием к этому вопросу. Этот вопрос действительно важен. Будемо сподіватися, що мешканці Кривого Рогу вас почули. Дякую за таку бесіду. Що ж, а ми продовжуємо. Сьогодні до нашої студії завітав ще один гість – директор товариства City Service KR Олег Кремаренко. Олеже Анатолійовичу, доброго дня. Доброго дня. Про вашу керуючу компанію відомо небагато. Скажіть, яким районом опікуєтесь і скільки будинків на утриманні вашого підприємства зараз? З 1 февраля нинішнього року наша компанія City Service KR предоставляє услуги по содержанню 605 домов и их придомовых территориях. Это Центрально-Городской район и Ингулецкий район. Всего на обслуживании у нас 1 063 500 метров квадратных жилья. Постановлением Кабинета министров 869 от 1 июня 2011 года установлен объем и перечень услуг, оказываемых нашей компанией. Тарифы по содержанию домов и придомовой территории регламентируются решением Криворожского городского совета, соответственно, 418 и 420 от 14 декабря 2011 года. С этого момента тарифы по содержанию домов и придомовой территории не менялись. На даний момент, чи весь житловий фонд отримав тепло? Як готувалися до осінньо-зимового періоду? Подготовка к осінньо-зимньому періоду є пріоритетним для нашої компанії. Так, в період підготовки були проведені гідравлічні іспитання всіх внутрідомових трубопроводів, ревізія трубопроводів, запорної арматури. Проведені ремонтні роботи по результатам гідравлічних іспитань. И согласно предписанию всех контролирующих органов, то есть теплосеть, жилфонд подготовлен на данный момент, подготовлен 100%. Практически 100% жилья в данный момент получает тепло в свои квартиры. И ведутся некоторые еще пусконаладочные работы. Я думаю, к концу недели эти вопросы все будут закрыты, и все люди будут, все жильцы будут с теплом. Заготовлено посыпочного материала для посыпки аллей и для пешеходных дорожек 40 тонн. Значит, в принципе, весь инструментарий приготовлен, техника готова, и в случае внезапного выпадения снега, либо гололеда, в принципе, наши работники готовы к оказанию услуг по содержанию этих придомовых территорий для безопасного передвижения наших граждан. В утреннее время это график работы перенесен уже с 6 часов утра, дворники у нас на работе. И также в течение дня они в любой момент готовы обеспечить безопасность наших жителей. Скажите, как означают объемы работ на будинках? Основным источником для определения объема и видов работ является, конечно же, заявление наших граждан. Значит, при подаче заявления происходит контроль и анализ данного заявления, либо данной жалобы, которая поступает. С выходом на место, если необходимо, инженерно-технического персонала нашей компании. И далее определяется срочность выполнения работ. То есть либо это аварийно, либо это плановые работы. Если аварийно, значит приступаем непосредственно сразу к выполнению их. Если же это плановые работы, значит они вносятся в график, анализируя финансовую составляющую дома, платежную дисциплину дома.
И анализируя, допустим, остатки там, материала у нас по складам, необходимо. Если недостаточно, значит, сразу же закупаются материалы и выполняются работы. Также одной из составляющих для определения объема и вида работ являются плановые, внеплановые осмотры, проверки жилфонда. Значит, это могут быть еще предписания контролирующих органов, пожарная безопасность, электробезопасность. Значит, здесь то же самое. Производится вывод инженерно-технического персонала на место, определение объема, определение срочности выполнения работ. И потом это все передается уже в производственный отдел, который непосредственно составляет графики выполнения и передается в эксплуатационную службу. Чи використовуєте ви нові підходи у наданні послуг? Чи користуєтесь все ж таки застарілими формами? Старыми методами мы стараемся работать, не работать вообще. Значит, это и корпоративная этика должна соблюдаться по отношению к жильцам, по отношению к вообще гражданам. Значит, это и обеспечение инструментарием 100%, обеспечение спецодежды как минимум сигнальными жилетами, люди обеспечены. Это и прием граждан, который ведется практически каждый день, а не по определенным установленным дням. То есть в любой момент в течение рабочего дня либо ко мне лично, либо к главному инженеру могут обратиться жильцы. И мы стараемся вопросы не откладывать в долгий ящик, решать сразу. Какими социальными питаннями занимается ваша керуюча компания? Параллельно с выполнением своих основных функциональных обязанностей, наша управляющая компания также занимается помощью осуществления некоторых соцпроектов. Так, буквально в августе месяце была проведена реконструкция спортивной площадки по улице Ньютона 3-4. Это спортивная площадка, это существующая спортивная площадка, не построение новое, я подчеркиваю, именно восстановление. То есть здесь были привлечены совместно с учащимися школ, то есть были выполнены ремонтные работы малых металлических форм, покраска, проведение благоустройства близлежащей территории. Также стараемся неотлагательно помогать такой группе населения, как инвалиды есть у нас, колясочники, то есть это и пандусы, и поручни, и многое другое, то, которое, это детские площадки во дворах, то, что вроде бы как и не входит в тариф, но тем не менее мы стараемся помогать людям личной инициативой, личными вложениями и своєю робочою силою, скажімо так. Чи є на це гроші? Звідки берете? І якщо можна, про борги. Ми стараємося виконувати роботи, які, по большому счету, вони не мають великих затрат. Просто потрібно проявити сознательність, скажімо так, і потрібно немножко соціальної відповідальності мати. Ведь не все змиряється деньгами. Іноді це просто-напросто участие в робочій силі, в неробочее время, в вихідний день. Это могут быть и субботники, это могут быть и воскресники. Помогаем содержать также, есть такие понятия у нас, как чистый четверг, то есть мы принимаем активное участие в содержании то есть площадей, скверов, парков, набережных, ну там, где места общего гуляния, скажем, людей. Так вот. И наостанок ваши побажання городянам. Хочется пожелать не накапливать долги жильцам. Идет зима, пойдут оплаты за тепло, за горячую воду, за предоставление других услуг. Очень хочется, чтобы своевременные проплаты были за коммунальные услуги. Это позволит выполнять в полном объеме все виды работ, которые мы планируем. И, соответственно, позволит нам более качественно планировать работы на будущий период. Это и конец отопительного сезона, далі підготовка к следующему, ну і тому подобное. Олег Анатолійович, дякую за такий жвавий діалог, але, на жаль, наш ефірний час вже вичерпано. Нагадую, що гостем нашої програми був директор товариства City Service KR Олег Крамаренко. На все добре, до наступної зустрічі.